Ну, что я могу сказать? Вот мы и на Пикалево. Это у нас вышла. Первая авария. Андрюха, мне фонарь. Да я так не увидел. Андрюха, скажи что-нибудь телезрителям. Всем здравствуйте. Так. Мы на Пикалево приехали отдыхать. Мы хотели рыбы, приехали в Нахвасты. Там рыбы есть. А здесь занимаемся пока чистим ремонтом удочки. Понятно. А там у нас он Павыч сидит, там у нас Лёха. Ну а вот само Пикалево, 9 часов утра, 9, да, наверное, сейчас где-то. Не могу сказать, пин-пин-пин-пин, голова качается. Как видите, еще люди есть, еще подходят, подъезжают. У нас сегодня погода. Без ветра. Николай Павлович, который нас сюда привез в очередной раз. Павлович, он самый хитрый. Он прикормил, блин, он сказал, я сегодня поймаю больше всех. Ну, не по количеству, может, по качеству. Только, господа. Я поймал первого ерша в этом году вообще. Во второй попытке съел он у меня одну нашивку. На вторую не смог. Да, вот. Сейчас мы будем это дело отмечать. Да. Вот. Через некоторое время вот такая вот у нас. Да. Ему все да. Мало. Ему все мало. Да не мало мне просто. Вот, еще... вот. Видите. Глушит и глушит мелочь. Ну не только. Дуракам везет. Дуракам. Он обманывает вас. Так, вот еще один. Который прячет все от нас. Прячет, а мы-то все равно все засекем. Да, ну, поскромнее, конечно. Я думаю, что у него основной улов в кузове, да. Кузов у него большой, да. Он из него достал всю еду и складывает туда крупную рыбу. И вот у нас еще самый удачливый рыбак. Вот. Монстр, да, он ловит то на одну, то на другую удочку. Ему везет больше всех. Вот, смотрите. Вообще. Павыч, отдыхаем? Да, и рыба отдыхает. Вот мы теперь в конце дня. Опять пасмурно, опять темно. А вот Андрюха сегодня... обловился. Вообще, как он ее сквозь лунку протаскивал? Мишка, я даже не знаю. Вообще, красотвец, блин. Деньгу подцепляешь? Оп! Всего-то 500 рублей килограмм. И все, да. Че, красавец, да? Не, вообще, в прошлом году были меньше, да. Вот. А так вот это Пикалево. Я продолжаю что-то ловить. Вот она команда замерзших рыбаков. Усталых, да. Ерши вот такие. Только такие. Ребята, какая же тут инфляция на этом озере? В прошлом году живая форель 1 килограмм была 400 рублей. Ладно бы она сейчас 450 стоила. 100 рублей
за год. Вот вам инфляция на озере Пикалево. Вот так вот. Всем привет!